Город активно готовится к масштабному событию этого лета – небесной ярмарке. Оживление царит и в культурной составляющей. Традиционно на церемониях открытия и закрытия будет задействована массовка. Именно поэтому на протяжении 3 недель в зале «Фокус и Никит» проходят репетиции и подготовка к массовым сценам фестиваля воздухоплавания. В них задействованы кунгурские ребята. Это участники танцевальных коллективов нашего города. Почти сотни детей из школы искусств, дворца культуры машиностроителей, мечты, театра молодежи репетируют под руководством педагога школы искусств имени Розен Натальи Ладейщиковой. Работать нелегко. Дети из разных коллективов, но дети очень хорошие. Слушают внимательно, дисциплинированные, особенно танцоры. С нами еще работают спортсмены города Кунгура. Их у нас более 140 человек. Танцоров у нас 90 человек. То есть мы готовимся к закрытию небесной ярмарки. Надеюсь, это будет все красиво, интересно. Все получат хорошие впечатления, хорошее настроение. Ну и не подведут нас в ответственный момент. Помимо наших ребят, на сцене фестиваля выступят спортсмены, танцоры, модели, танцевальные коллективы из краевой столицы. Обо всем об этом поговорит мой коллега Игорь Конюшков с главой города Ларисой Елтышевой.